10 секретов идеальной кожи из Кореи. 1. Улиточная слизь. Улиточная слизь – самый популярный компонент корейских кремов для лица. Звучит жутковато, но работает же. Выяснилось, что этот ингредиент обладает повышенными заживляющими свойствами. Но самое главное – содержит коллаген и эластин. 2. Поэтапное очищение. Вечернее очищение кожи от макияжа может занять у кореянки около 15 минут. И это совершенно нормально. Первый этап – умывания, избавление от мейкапа с помощью масла. Второй этап – мягко очищающая пенка. И, наконец, третий, завершающий этап – скраб, который окончательно освобождает поры и избавляет от омертвевших клеток, позволяя коже активнее регенерировать. 3. Биби-крем вместо тонального крема. Кореянки не используют классические тональные кремы по той простой причине, что не могут сушить кожу и не содержат достаточного количества уходовых компонентов. А вот BB-крем – гибрид из тона и увлажняющего крема, главный хит корейской декоративной косметики. 4. Частая смена средств. Сами кореянки привыкли часто менять свой уход. Они не привязываются к одной любимой баночке. Это приводит к тому, что кожа не привыкает к продукту, а значит, остается более восприимчивой к ингредиентам. 5. Защита от солнца. Кореянки правда загар не любят. У них в почете белая фарфоровая кожа. К тому же взаимосвязь между солнечными лучами и появлением морщин – давно доказанный факт. Корейские девушки морщин боятся. Поэтому SPF защита есть в любом корейском креме, BB-креме и даже кушоне. 6. Тканевые маски. Еще один постоянный участник корейского бьюти-ритуала – тканевая маска. Они, как правило, сделаны из хлопка и содержат натуральные экстракты, алоэ, молочные протеины, улиточную слизь, глину и тому подобное. Маски позволяют восполнить недостаток влаги и дать коже необходимое питание. 7. Масла. Масла. Много масел. Азиаты любят умасливать свою кожу. Нанести на лицо сразу несколько слоев – не проблема. Особенность корейского ухода. Масло кокоса, органы и другие эфирные масла наносят под крем, используют в качестве маски или же добавляют в уход. 8. Патчи под глаза. За кожей вокруг глаз кореянки ухаживают с особым трепетом. И дело не только в кремах. Они и у любого европейского бренда есть. Корейское ноу-хау – гелевые патчи под глаза, которые содержат коллаген, разглаживают мелкие морщинки и избавляют от мешков. Интересно, что эти патчи не требуют смывания. Можно приклеить их, например, пока ты едешь в машине на работу. 9. Сыворотки и эмульсии. Еще одно священное средство в корейском бьюти-ритуале. Сыворотки и эмульсии. Они бывают на основе водорослей, морских коллагенов, улиточной слизи, козьего молока и прочих натуральных компонентов. Сыворотку кореянки используют каждый вечер. 10. Пилинги. Домашний пилинг – один из основных хитов корейской косметики. Сами азиатские девушки просто помешаны на очищении и обновлении кожи. Поэтому делают пилинги 2-3 раза в неделю. Думаешь, это слишком часто? Кореянки так не считают, и в итоге обладают довольно плотной кожей, не склонной к появлению морщин.